Всем здорово, короче, с вами Тёма и, как обычно, Димон. И сегодня мы будем, как вы просто догадаетесь, мы на карте Форца. Что мы можем еще делать? Конечно же, призывать Entity 481 в Чикенгане. Да, вот, Димон, просто, еще можно? Димон готов его мочить уже просто, короче. Да. Я не знаю, придет он или не придет, но я думаю, мы зря на это согласились. Мы сейчас попытаемся... если придет, я его просто раскидаю. Ну, давай попробуешь. Короче, вы пока влепите лайки, подпишитесь на канал обязательно с колокольчиком, потому что видос получился жутко интересным. Я просто уверен. Это, короче, Димон, все, погнали осматривать всю карту. Давай уже быстрее. Ну, кстати, пока мы идем, ты можешь спуститься в описание и подписаться на мой телеграм-канал. Это очень-очень важно, потому очень много информации обо мне, личной жизни и так далее. Короче, вся информация, которую нету на ютубе. Так что туда надо обязательно и всем подписаться. Короче, Димон, просто погнали. Будем осматривать. Так, а что надо делать? Я забыл уже, чтобы его призвать. А, ничего не надо делать. Ты просто заходишь. Просто бегать по карте? Да, всю карту просто осматривать. Это странно, даже без обряда, без ничего. Просто появится сам по себе, что ли? Ну, получается. Так, Диман, но я думаю, мы будем готовы к тому, что мы его увидим. Так, тут ну аптечка ладно. Летает. Ладно, просто будем ходить я по карте. Я подготовился, я его просто раскидаю сегодня, если ага, он появится. О, Диман, раскидаешь! У меня скиллер. У меня скиллер появился его. Кажется, ничего себе! Кажется, он реально есть, Диман. Ладно, пофиг, погнали дальше. Раскидаю его, блин, что-то уже страшно как-то стало. Ты не раскидаешь, Диман, ты куда убежал-то? Давай быстрее поднимайся. Я не знаю, где ты, я страха. Вот ты, вот ты, вот ты. Все, Диман, погнали осматривать дальше. Я надеюсь, его больше не будет, блин, это что за фигня? Ты че это за фигня? Валим нафиг! Что-то куча скиммеров появляется. Нафиг. Не хочу я больше. Что за фигня такая-то? Не хочу я больше следить за этим Entity 481. Он какой-то нормальный. Он был там в проходе. Валим, короче. Диман, у меня уже башка болит. Настолько резкий скиммер. Вот он стоит. Я его попытаюсь сейчас замочить. Кого замочишь, Диман? На. Это скиммер, ты его не замочишь. Все, я его не замочу, блин. Это скиммер, ты его не сможешь ударить. Даже не пытайся. Я не знаю, блин. Все, давай быстрее, Диман, сюда иди. Иди сюда. Ты где? Я не знаю, где ты. Все, наконец ты дошел. Пошли быстрее за мной, Диман. Пошли, давай. Просто сейчас будем осматривать эту часть этой карты. Короче, ты идешь за мной? Да, я иду за тобой. Ты давай быстрее. Ты задолбал уже отставать. Ё-моё, ты даже запрыгнуть не можешь. Ты что с тобой происходит? Так, давай быстрее. Все, давай идем. Если так медленно будешь, Entity, тебя просто замочит и все. Так я это понимаю. Ну, что ты понимаешь? Да почему ты всякую фигню истворяешь? Короче, вот тут это вонючий банк, где деньги крутятся и так далее. Тут пока что никого ничего нету. Так, о, да блин, опять Entity! Он задолбал. Почему он появляется только в вонючих углах? Я ничего не понимаю. Что это фигня? Ты бежишь за мной. Он как будто их любит. Давай быстрее, поднимайся, пожалуйста. Ты можешь не отставать, Диман. Меня уже начинает это вообще бесить. Я взял, короче, вонючий арбалет. У меня зависло что-то. Арбалет. Я надеюсь, я Entity сейчас увижу. Хотя нет, арбалет мне ничем не поможет, я уверен. Так, это паркур так, или я упаду? Нет, он прозрачный, я упаду. Да. Короче, я не знаю, где это Entity. Мы осмотрели всю карту. Он появился 3 раза. И пока что больше он не появляется. Это очень хорошо. Это очень даже хорошо. Он задолбал уже появляться. Я не знаю, куда валить, Диман. У меня уже голова болит от этих скримеров. Он появляется где-то всегда в углах. Он так резко и быстро появляется. Я не знаю, что с этим делать. Что за фигня вообще такое? Ой, плохая, Диман. У меня чуйка, надо бы валить отсюда. Ладно, пока что все нормально. Просто нету. Надо выйти с этой. Это очень хорошо. Карты. Конечно, надо выйти. Блин, да что за фигня? Ладно, Диман. Выйди, Диман нам не даст выйти с этой карты. Диман, я не могу больше с этим сидеть, надо просто выйти. Все, Диман, короче, выходим. Ребята, поставьте лайки, подпишитесь на канал и никогда в жизни не призывайте Entity 481. Он реально приходит и вообще истворяет полную фигню. Вы просто в штаны наложите, если будете его призывать. Смотри видео, что вылез на экране, ставь лайк, подписывайся на канал. Ну и всем пока, пацаны.